Летать, ты должен на них летать постоянно. То есть я не понимаю людей, которые летают, берет себе крыло, там верхнюю Д, там двухрядную какую-нибудь, и говорит, ну это мне на равнине, а вот для гор вот у меня есть там Цешка или Бэшка. И, ребята, ты либо летаешь на одном крыле, и ты на нем везде, либо ты этого крыла боишься, и тогда ты на нем не летаешь. Есть вообще отдельные пилоты, которые покупают себе Д и ЦЦЦ и висят в знаменке. Ну, это вообще отдельная тема, но мы с ним не согласны. Вот. А дальше, если ты действительно хочешь соревноваться, да, тебе надо брать крылья этого класса, потому что они позволят тебе больше, но ты должен быть к ним готов. Когда ты к ним готов, ты на них летаешь, ты пользуешься всем их арсеналом, который они тебе дают. То есть ты не боишься надавить акселератор, не боишься там подойти к склону близко на этом крыле. Если ты этого не боишься, то да, ты готов летать на этом крыле. Если ты этого боишься, то стоит ли тебе его брать? Ну, возьми тогда крыло ниже класса. Ну а я стал летать, как бы, когда я перестал соревноваться, потребности в этом крыле нет. В крыле такого класса. Большой перерывчик, и снова мы в эфире. Да. Ну, в общем, было время, у Аксиса был Венус третий, крыло, ну, скажем, неудачное, назовем его так. И я его... Между нами. Да, так и есть. недоделанное крыло. Там у Аксиса менялась команда, она ушла на UP, и вот это крыло как раз было как его недоделанным, и его пустили недоделанным в серию. То есть одни конструкторы ушли, другие пришли. Другая команда еще толком не набралась, набиралась, и не было. В общем, у Аксиса вот в этом перерыве, первое удачное после перерыва крыло новой реинкарнации была Вега 4. И вот я ее взял, все хорошо с крылом, но для меня оно слишком спокойно. Вот все-таки. Слушай, у меня в группе ученики летали на этих как раз вегах четвертых. Знаешь, что я заметил? Летит очень быстро. Балансировочная скорость, просто конфетка. Вот. Ну. То есть мне такое ощущение, что вот Аксис летает быстро. Вот это вот фирменное отличие Аксиса. Ну, возможно. В принципе, я не чувствую... Ты на других параплонах вообще летал? Конечно, летал. Я же на Параисе 8 лет работал. Нет, вот на современных я имею в виду. Параис был давно. Да, ну это надо вспомнить. Я летал на М6, я летал на Транго XC2, правда, она уже старенькая. Я тоже пробовал Транго XC, она значительно медленнее, чем летят та же самая Вега. Ну, несмотря на то, что такая фишка, да. Выше, то есть, да. Дело в том, что когда вот ситуация, когда ушла старая команда, свалила на UP, она продолжила работать над теми профилями и прочими, которые они работали еще на Аксисе. А новая команда на Аксисе работала уже как бы над новыми профилями, то есть формировали свое новое я. Вот. Ну и все равно вот я. Я пробовал разных, ну, часто мне интересно пробовать разные бренды. Вот. И могу сказать, что БКД летит сильно медленнее, чем Аксис. А вот да, Фурей я пробовал. А Невьюк, Артик летит просто катастрофически медленнее. Это не пробовал. Вот. Это самый медленный крыло. Медленнее, чем Куре? Медленнее, да. Значительно медленнее. Ну, Куре вот. Медленнее. Куре мне после парка на Акселе маленькая в размере С. Ну, сравню со своей Сигмой. И могу сказать, что Вега летит быстрее, чем Сигма балансировочная. Ну, в общем, я к чему возвращаюсь? Да. Качество у Сигмы получше чуть-чуть, но скоростные характеристики у Вега очень хорошие. Вега, значит, четвертая, она мне была скучным аппаратом, потому что вот на том же акселераторе я лежал в режиме включен-выключен. То есть в потоках я крутил без акселератора, а стоя на выходе из потока уже его выдавливал. Я могу тебе сказать, что Невьюк летел на акселераторе в положении он. И в потоках, и на переходке, и на все, просто на чем летел просто. Вот, но ситуация, говорю, потому что мне было скучно, реально вот не хватало драйва. Поэтому, когда появился Венус 4, я его взял, и я с первых же минут понял, вот аппарат, который мне нужен.
он спокойнее, чем двухрядные крылья, да, но он при этом динамичнее, чем... Он всегда ставился со спокойностью. То есть его покупали как раз как первый аппарат для перехода в D-класс. Да. Всегда. Вот. Но при этом он динамичнее, чем C-шка, чем Гега. Динамичный в каком смысле? В управлении или в скорости? В скорости прежде всего. И в том, что, допустим, он более четко дает реакцию на всякую турбулу. То есть я ее получаю более быстро, более рано, вот это все. Клеванты жесткие? Мягкие? Ну, они достаточно жесткие, но самое главное, что мне нравится, они короткий ход. То есть мне нравится короткий ход для управления. Короткий ход. Руки короткие, и мне это... Нет, это вообще, в принципе, вот небольшой ход клеванты. Я не люблю толкать клеванты. Когда толкаешь их, ты устаешь. Вот. А когда ты только тянешь их, руку повесил, и все хорошо, руки не совершенно не устают. Вот, мне нравится вот этот в нем короткий ход клеванты. И, значит, ну вот когда появился 94-й, я полетал, я понял, это мое. Я на нем летал, но вот сейчас выходит там 95-й, который они называют SC, который... Это модная фишка. Сейчас все называют C. И C спорткласс расшифровывается. Да. Ну, по сути, он летит как Венус 4, только вот попроще чуть ведет себя. Ну, вот сел на него. Буду ли я садиться там на двухрядку, которая у них там ожидается где-нибудь вскоре, это я не знаю. Ну, посмотрим. Все зависит от того. Опять же, на двухрядку я сяду только в том случае, если я поеду вот дальше по соревнованию. Ну, ты не смотрел наше интервью с Кругловым. Посмотри его, и там Круглов тебе популярно объясняет, чем плохи двухрядки. И почему сейчас переходят на трехрядки и на четырехрядки снова. Небольшой перерывчик, и снова мы в эфире. Да. Ну, в общем, было время, у Аксиса был Венус 3, крыло, ну, скажем, неудачное, назовем его так. И я его... Между нами. Да, так и есть. Я, ну, недоделанное крыло, там у Аксиса менялась команда, она ушла на UP, и вот это крыло как раз было как его недоделанным, и его пустили недоделанным в серию. То есть одни конструкторы ушли, другие пришли? Другие пришли, как, другая команда еще толком не набралась, набиралась, и не было. В общем, у Аксиса вот в этом перерыве, первое удачное после перерыва крыло новой реинкарнации была Вега 4. И вот я ее взял, все хорошо с крылом, но для меня оно слишком спокойно. Вот все-таки. Слушай, у меня в группе ученики летали на этих как раз вегах четвертых. Знаешь, что я заметил? Летит очень быстро. Балансировочная скорость, просто конфетка. Вот. Но... То есть мне такое ощущение, что вот Аксис летает быстро. Вот это вот фирменное отличие Аксиса. Ну, возможно. В принципе, я не чувствую... Ты на других параплонах вообще летал? Конечно, летал. Я же на Параисе 8 лет работал. Нет, вот на современных я имею в виду. Параис был давно. Да, ну это надо вспомнить. Я летал на М6, я летал на Транго XC2, правда, она уже старенькая. Я тоже пробовал Транго XC, она значительно медленнее, чем летят та же самая Вега. Ну, несмотря на то, что такая фишка, да. Выше, да. Дело в том, что когда вот ситуация, когда ушла старая команда, свалила на UP, она продолжила работать над теми профилями и прочими, которые они работали еще на Аксисе. А новая команда на Аксисе работала уже как бы над новыми профилями, то есть формировали свое новое я. Вот. Ну и все равно вот я. Я пробовал разных, ну, часто мне интересно пробовать разные бренды. Вот. И могу сказать, что БКД летит сильно медленнее, чем Аксис. А вот да, Кура я пробовал. А Невьюк, Артик летит просто катастрофически медленнее. Это не пробовал. Вот. Это самый медленный крыло. Медленнее, чем Кура? Медленнее, да. Значительно медленнее. Ну, Кура медленнее. Кура мне прилипавка на Акселе маленькая в размере S. Ну, сравниваю со своей Сигмой. И могу сказать, что Вега летит быстрее, чем Сигма балансировочная. Ну, в общем, я к чему возвращаюсь? Да. Качество у Сигмы получше чуть-чуть, но скорость характеристики у Вега очень хорошая. Вега, значит, четвертая, она мне была скучным аппаратом, потому что вот
На том же акселераторе я лежал в режиме включен-выключен. То есть в потоках я крутил без акселератора, а стоя на выходе из потока уже его выдавливал. Я могу тебе сказать, что не в юке летел на акселераторе, это в положении он. И в потоках, и на переходке, ну все, просто на чем летел просто. Вот, но ситуация, говорю, потому что мне было скучно, реально вот не хватало драйва. Поэтому, когда появился Venus 4, я его взял, и я с первой же минуты понял, вот аппарат, который мне нужен. Он спокойнее, чем двухрядные крылья, да, но он при этом динамичнее, чем... Он всегда ставился спокойностью, то есть его покупали как раз как первый аппарат для перехода в D-класс. Да, всегда. Вот, но при этом он динамичнее, чем C-шка, чем Гега. Динамичный в каком смысле? В управлении или в скорости? В скорости прежде всего. И в том, что, допустим, он более четко дает реакцию на всякую турбулу. То есть я ее получаю более быстро, более рано. Вот это все. Клеванты жесткие? Ну, они достаточно жесткие, но самое главное, что мне нравится, они короткий ход. То есть мне нравится короткий ход для управления. Короткий ход. Руки короткие, и мне это... Нет, это вообще, в принципе, вот небольшой ход клеванты. Я не люблю толкать клеванты. Когда толкаешь их, ты устаешь. Вот. А когда ты только тянешь их, руку повесил, и все хорошо, руки не совершенно не устают. Вот, мне нравится вот этот в нем короткий ход клеванты. И, значит, ну вот когда появился 94-й, я полетал, я понял, это мое. Я на нем летал, но вот сейчас выходит там 95-й, который они называют SC, который... Это модная фишка. Сейчас все называют SC. SC спорткласс расшифровывается. Да. Ну, по сути, он летит как Venus 4, только вот попроще чуть ведет себя. Ну, вот сел на него. Буду ли я садиться там на двухрядку, которая у них там ожидается где-нибудь вскоре, это я не знаю. Ну, посмотрим. Все зависит от того. Опять же, на двухрядку я сяду только в том случае, если я поеду вот дальше по соревнованию. Ну, ты не смотрел наше интервью с Кругловым. Посмотри его, и там Круглов тебе популярно объясняет, чем плохи двухрядки. И почему сейчас переходят на трехрядки и на четырехрядки снова. А пока опустошается... Нет, я поставил уже на запись. Запись идет. Пока опустошается основная камера, идет запись на запасной, да? Да, запасная камера, да, Samsung. Одного трекера недостаточно никогда, да? Конечно. Нужно всегда дублировать свои приборы. Скажи, Серег, вот это вот произведение искусства, это чье? Вот висит вот такая люстра красивая. Китайская, чье? У нас все пристяжки любят китайцы. Интерьер. Интерьер, да. Кто тебе разрабатывал интерьер? Да, как бы смотря что. Ну вот тут вот потолок красивый. Ну вот эта форма потолка все, это Андрюха Пискарев, Гауди по прозвищу. А, Гауди. А цвета, вот то, что там оранжевый, тут серый, там, это Анька Вербицкая. Отлично. Ну, молодые пропланеристы, наверное, не помнят уже таких имен, как Гауди. Вот. Есть такие... Они только его помнят. Наши друзья. Как старые, дизайнера старые. Этого собора, Саграда Фамилии. Да, по кличке Гауди. Да, Светик и Андрюха Пискарева. Вот. В свое время они очень круто летали, выступали на Кубках мира, но потом вдруг... На яхты. Взяли, перешли на яхты. И так вот резко, как ножом, отрезали парапланы. Нах. Нам не хватает их, честно говоря. Они были на награждении Кубка Масленникова? Да, но мы встречаемся теперь очень редко. Если раньше мы постоянно встречались, обсуждали полеты. И теперь они обсуждают гонки на яхтах. Да. Ну и, кстати, очень успешно они, по-моему, гоняются. Светик там какие-то соревнования выигрывала даже. Вот, и разговор шел чуть ли не там, об олимпийской сборной. Да? Да. Вот, а Андрюха всех рвет в онлайн-играх яхтенных. Да ладно, есть такие? У них такие регаты, да, и он даже выиграл какой-то приз, его приглашали участвовать в реальную регату. Вот. Он там их всех. Скоро будем играть в онлайн парапланерные игры. Вот-вот. Но это зато безопасно. Да, мы все наденем очки. Вот, и перейдем в виртуальный мир, будем там летать. Слушай, ну, у Алексеевны была подружка Кейко Хираки. Не только у нее, я могу тоже ее назвать своей подружкой. Да, ну, я с ней... Японская пилотесса, очень крутая. Я с ней, по-моему, в 2008 году, там, на Czech Open, в этом, как же ее, на Монте-Карнизоло, это недалеко от Милана.
Я ее спрашиваю, что у вас с японским рынком? Она говорит, что все меньше и меньше народу, потому что молодое поколение переходит на виртуальные игры. Так что то, что у японцев творилось в 2008-м... У нас наступит лет через 50. Не, подожди, у нас сейчас наступилось. У нас сейчас, видишь, мы обсуждаем, что перейдем на виртуальные игрища. Ну, не знаю, надеюсь, что не скоро. Вот. Это не так мы, или иначе, это роботы, будем не мы. Роботы победят, так или иначе. Это будем просто не мы. Я считаю, что вообще человек – это переходное звено от обезьяны к роботам. То есть белковое тело, оно такое очень хрупкое, хрупкое, да. Вот мы постепенно начинаем заменять его. У меня вот уже пластик в теле есть и металл кое-где. Вот скоро мы заменим и остальные. Скачем, да, с опережением эволюции. Я хочу поставить себе флешку отсюда, вот и снимать там. Памяти не хватает. Зум такой, как у Шварценеггера, Терминатора. Не, подожди, там датчики еще. Надо датчики воткнуть. Датчики, да. GPS, само собой. Варио. А если инфракрасный датчик воткнешь? А для чего? Ну, будешь детектировать, какая почва сильнее прогрета. Зачем мне почва? Мне нужно, чтобы воздух я видел прогретый. Засветка от почвы будет большая слишком. Ну, да. А представляешь, если мы наберем такой вот опыт, да, допустим, ты поставишь себе датчик, я поставлю, еще там пару человек. Вот, мы сделаем маршруты, потом все это скачиваем, потом создаем образы. А да? Еще сетевой обмен между этими датчиками. Да, и сразу поле термиков выстраивается. Мы выпускаем сразу же готовую пробу, вот, народ ее скачивает, чайники загружают себе ее в мозг и летает там не хуже, чем Костромисин. А Костромисин очень круто летает, должен вам сказать. Когда я начинал летать... Для чайников, да. Я вообще, можно сказать, вот с теми людьми, у которых я беру интервью, я... По сравнению с ними полный чайник. То есть, когда я пришел в спорт, а это было в 98 году, вот, они уже все были там крутыми пилотами. Да-да, за три года-то поднялись. Да. Нет, ну, кстати, в те годы путь-то был довольно быстрый. Если ты активно начинал летать, то есть, если, допустим, я начал летать в 95-м, то в 98-м я принимал участие в чемпионате Европы. Вот так вот. Учитесь. 3 года и уже на чемпионате Европы, да. Причем в середине таблицы. Угу. Я, знаешь что, вот в последние годы таких прецедентов не знаю. У нас самый быстрый пилот, который так вот резко поднялся, по-моему, Паша Павел. Какой? В Словении теперь живет. А, Титов? Титов. Нет, подожди. Он очень быстро начал летать. Сухоцкий? Он из чайника, подожди, а Сухоцкий... Он тоже не так давно летает, а уже лучший в России. Ну, Сахоцкий Глеб давно летает. Я помню, я когда соревнования в Турции сделал, он был, сейчас скажу, в Денизли. Угу. В Денизли был на соревнованиях, он уже тогда летал хорошо. Это какой год-то? Это был 2007 или 2008 год. То есть 10 лет уже прошло. Вот. А Титов был... поднялся за 2-3 года из чайника вот, до... Там, в 7-м я Russian Open делал на Даладе. Не может быть в 7-м. Значит, в 8-м. А в 8-м было подожди, в Болгарии. Подожди, на Даладе же ты делал в 6-м когда? Нет, в 6-м я был вольный стрелок, который без ничего это... Кстати, о Даладе. Замечательное место, я помню. Сергей проводил соревнования, как они назывались? Russian Open. Russian Open. Все стандартно. Да, это северная Италия, там недалеко от Бассан-дель-Граппо, через хребет, есть такая долинка, в которой есть озеро. И предгорье Доломиты там начинается, там можно долететь до Монте-Граппо. Красивейшее место, великолепные альпийские луга над такими вертикальными стенками. Летишь так, вот такое ощущение, что вот забетонировали стену какую-то, стена. Да, вот, есть там гора Саперони называется. И ты уже там. Мягко и мягко, спокойно да. поднимает. Да, меня сложил там один раз. Мягко меня мягко сложило. Летел за мной с обедов, помню. Мы летели от нашего старта в сторону Фильтре и обратно. Помню, в тот день мы прилетели 90 километров с возвращением. Для меня в 2007 году это было круто. Вот. Лично. Это был один из первых таких больших полетов. Да. Помню, часов 4 с лишним или 5 часов я летел. Вот. А Алекс был. Сабетов с нами летел, Валера Мазнев летел, кто-то еще, Кучеров, нет, не Кучеров,
Ну, он был. Самар... Валера Андрешин. Андрешин летел точно. Самарцы все поехали. Это после Russian Open? Это после Russian Open. Все самарцы поехали на... вместе с нами на другую сторону. Кроме Валеры. А Валера с нами прилетел замечательный маршрут. Я помню, мы с Алексом уже на Мегах летали, а Валера на Сигме. Да. А Сабетов летел на Паравис. Какая модель была тогда, я не помню. Дарт, конечно. Наверное, Дарт, да. Ну так вот, летим мы там по маршруту, там какие-то скалы, и мне так с обеда вылетел за мной, так опа! Сразу же так. Раз я пошел. Правильно решил. Вот опытный пилот, да. Опытный пилот никогда не летит первым. Он всегда в хвосте за каким-нибудь чайником, таким, как я. Сейчас новая формула будет, и те, кто будет первый, тем очков больше. Кто идет впереди Гагла. Ну а сейчас разве не так? Разница сейчас существенно больше очков. Да, рейтинг-поинты, но они просто по тому, какой ты по счету идешь. И неважно, ты в первый в Гагле или ты последний в первом Гагле. То есть первый ты во втором Гагле или ты последний в первом. Ага. А сейчас сделать так, что вот если ты в своем Гагле последний, то тебе получи меньше всех из Гагла. Вообще, а лидер второго Гагла получит больше, чем последний в первом. Первый урок я получил в Курае, что не нужно лететь первым. Вот. Особенно, когда выходишь в долину. Если по горам, там, по триггерам, там более-менее понятно, как лететь, то когда ты выходишь в долину на большой высоте, совершенно непонятно. Если нет облаков, голубая термичка, я вот один таск, по-моему, так и слил. А куда выходил? Ну, пошел в долину вперед всех. Ну, и, ну откуда, и бесславно от какой точки? Бесславно бандулся. Я уже не помню, это давно было. Это был... Седьмой год. Если ты на Омеге был, то седьмой? Нет, это было раньше. Это был какой-то пятый или шестой год. Я тогда летал, по-моему, у меня был Озон Вулкан. Было такое замечательное крыло у Озона, пока Озон не испортился. Чудесные были аппараты, настолько приятные. Когда я поменял Вулкан на Аддикт, он летел получше, пожалуй, чем Вулкан, но управление мне совершенно не понравилось. Я перешел на другие. Бренды. Мы даже знаем, на какие. Да. Но сейчас реклама не моя, сейчас реклама Сергея Костромицына. Сергей, расскажи к нам про Аксис, например. Ну, чешская фирма, которая возникла в начале нулевых, ну, скажем так, где-то в 2000-м или 2001-м. Начинали с запасок, потом крылья. Потом у них набралась команда своя, выпустили несколько удачных, вообще очень удачных моделей. Очень популярное крыло было Вега 2. Я помню. Да-да. Вега было очень приятным крылом. Как это Анька Вербицкая рассказывала после Болгарии 2008-го. Хочешь, чтобы тебя не узнавали в небе, купи себе оранжевый Аксис. Да. Вот. Была тогда, по-моему, стоит подача команды Axis Girls. Да, с моей это было. Девочки в коротких оранжевых юбочках. Ну, кто там был? Значит, первый состав это Аня Вербицкая, Краснова Дарья и Саша Черепанова. Черепанова, да. Да. Вот. Я даже про них мультик сделал. Я им предложил, они согласились и, в общем, сдизайнили одежду. Ну, Аня сдизайнила одежду, а ее мама ее пошила. Угу. Вот. Ну, а я, так сказать, проспонсировал эту одежду. Ну и команда летала, была заметна. Вот. Плюс еще был Меркури 2007, который был один из самых популярных на чемпионате мира 2007. По сути, он был второй по популярности. Угу. Я помню, мой друг Ромарио купил. Один из первых этих Меркурий. Да, ну и я летал на таком. Mm-hmm. Значит, первый по популярности в то время был Джим в компетах. Да. А второй вот на 2007 был Аксис Меркурий. Mm-hmm. Какие бренды тогда еще блистали? Сейчас, к сожалению, тогда стало еще... совершенно неинтересно смотреть за тогда в компетах уровня. Еще он был... только Озон и немножко Джим, и все. Да, тогда еще тогда в компетах был Невьюг. То есть вот из популярных на 2007 год это Джин, Невьюг, Аксис. Это вот три наиболее популярных были бренда. Ну и Дванс на прототипах
на своих. А были ли тогда еще прототипы? Ну, у Advanced, да, корветы всегда были, где-то десяток прототипов, вот на них летали. Но... Они были не серийные аппараты для сравнения. А тогда и серийных-то... Тогда был open class. Тогда был open class, да, как бы прочностным лишь бы удовлетворял и все. Свинг еще засветился немного. Свинг мало, но был, да. Нет, еще было... UP? UP уже тогда проиграла рынок компетов. Она уже нисходящей была. UP блистала пятый год где-то, вот 2004-2005. А к 2007 они уже скатывались. В 2007 это вот Axis поднимался и NewView поднимался. Вот эти два бренда в компетах поднимались. Ну, безусловно, лидер был тогда Джин. Да, лидером был Джин. Причем Джин долго держал лидерство, около 10 лет, наверное. Первый бумеранг вышел в 99 году вместе с открытием Джина. А, подожди, осенью 98 года. То есть это правда. Еще на чемпионате Европы 98 года еще вся вот эта пилотская команда Джина, то есть Джимми Патчер, Патрик Беро, они летали еще все на этих, на Эдель. Эдель — это фирма, на которой работал Джин как конструктор. И вот с осени на Кубке Икара 98 года тоже корейская фирма. На Кубке Икара 98 года был представлен первый бумеранг, и с этого начиналась история Джина. В принципе, Озон и Джин, они одновременно возникли в 98 году. Оба были представлены на Кубке Икара 98 года. Вот, только Джин шел в летучие крылья, а Озон в Fly to Fun. А, мы забыли про Airwave. Airwave, он там, дико популярным не был никогда. Но я помню одно из первых крыльев с удлинением 8. И, да, именно на этом крыле выиграл тот самый чемпионат, на котором были популярны Джины, Аксисы, Невьюки, но выигран был он на этом длинном-длинном Airwave Goldsmith. Следует Кушлевич его потом взял, тоже летал, я помню, бросал запаски. Следует отметить, однако, что чемпионат был очень веселый, было много тасков, но при этом за один таск до окончания чемпионата, то есть если бы не было последнего таска, у нас был бы неординарный случай. Короче, за один день, за один таск до окончания чемпионата лидером в общем зачете у чемпионата была Петра Краусова с Львова. Она реально лидировала. И только за счет последнего таска, в конце концов, Брюс Голдсмит стал чемпионом. Да. Совсем немножко не хватило Петре, чтобы видеть. Ну, Петра очень крутая плата. Можем переключать. Зарядилась? Ну, давай. Давай. Переходим на другую камеру. Так. Ну, в общем... Продолжаем. Неважно, там, двух-трехрядки летов на топовое крыло, если я не буду соревноваться, а, скорее всего, я не буду соревноваться в ближайшее время, я не сяду. То есть для маршрутных полетов достаточно там вот оставаться в классе, на который я себе выбрал, там топ C, low D, вот в этом классе колебаться. Вот. Ну вот из последнего, что я пробовал low D, именно это вот Super Wild, это крыло, которое участвовало в X-Alps 2017, так, на котором было второе место. Кстати, лежит под столом у нас. Да, это аппарат Жени Грязнова. Вот, Super Wild. Ага, Грязнова. Он летал на Климбере. Кламбер. Кламбер, да. NewView Кламбер. А взял в итоге потом после этих себе вот такое крыло. Я ему помог его взять. Дикому русскому медведю дикий аппарат. Ну, кстати, вот я полетал, мне понравилось в этом аппарате очень много. Стоит отметить, что я люблю облегченную технику. Например, мне понравилась Клеванта. Вот она, смотрите, прям такая стропичка обычная. И она маленькая, то есть рука вот очень легко ее охватывает, берет. Ну, крыло очень легкое. Видимо, что здесь крыло сэкономили на всем. Самое весит 3,5 килограмма. 3,5. Вот. Я летал, мне вот реально понравилось с этой Клевантой. Слушай, на этом, на Вайлде, по-моему,
прошлых X-Alp на соревнованиях, кажется, второе место заняли. Второе, да. Причем занял тест-пилот Супера Оутерс. Вот. Это круто, потому что первое место забронировано. Уже забронировано. Мы знаем, там есть один, да, есть один швейцарец, который на чем бы ни полетел, вот, занимает первое место всегда. Вот, поэтому будем считать, что первое место занял... Первое среди остальных. Первый среди пропланов, первое место среди пропланов занял Wild. Я видел у Спайка, Спайк — это польский пилот, вот, Герлах, Миша, Майкл. Вот, который летал тоже вот на этом аппарате. В Македонии я ездил, он летал. Жалко, не мой размерчик, я не смог попробовать. А Женя Березнов тогда брал у него, попробовал, ему понравилось. Вот он после этого и взял. Mm-hmm. Вот, кстати, интересно, у них тоже софтлинки, как, к примеру, и Паравис ставят, только они чехольчик сверху не ставят, просто софтлинк и пережата резинкой, чтобы не скользило. И вот надеты защищающие чехольчики на сами стропы. Угу. Он сколько? 4 блочка на каждом свободном конце. Ты сам-то летал на Ладе? Да-да, вот летал месяц назад. Угу. Причем... Где? В Анси. Просто у Супейра тест-центр находится, угу, в Анси, и поэтому там легко взять на тесты это крыло. Ну и как тебе? Слушай, мне понравилось. Какие-нибудь особенности? Стропы мягкие. Ну понятно, что, во-первых, он должен легко подниматься, поскольку крыло облегченное и спроектировано специально для X-Alps. Я стартовал с попутным ветром, с небольшим попутным ветром. Передним или задним стартом? Стартовал передним. Из-за этого, значит, у меня здесь мягкие стропы. Угу. Короче, вроде я раскладывал перед стартом. Мягкие стропы — это же все равно этот арамидные стропы. Да. Ну, угу. Кстати, Dynamo, в принципе, держит размер, если ее не перегревать. Dynamo более прочные стропы, но более долгоиграющие. Я бы даже так правильно сказал. Там, как называется, высокомодульный полиэтилен. Ну вот это же Dynamo. Да, это Dynamo, да. Но арамид лучше держит все-таки размер. А на верхних классах крыльев... Короче, у меня запутались стропы. Так вот, довольно приличная завязка. Я это почувствовал сразу после отрыва, что купол сильно вело в сторону. Я еле удерживал. Я поднял голову, увидел, что, в общем, сильно запуталось. Ну, удалось растрясти. Галстук при старте? Не галстук, переплелись второй, третий ряд в пучок. Вот из-за того, что они мягкие. В центроплане? Нет, на консоли на правой. Она так летела, она постоянно норовила уйти в негатив правый. Ну, не уходила, в итоге я ее просто растряс, они разошлись, и дальше я с малой высоты выпарил. Вот какие твои действия, если у тебя с крылом что-то не так, стропы запутались или еще что-то? Ну, попытаться распутать. Во-первых, отойти на безопасное расстояние по возможности, там, где ты можешь этому уделить внимание, и уделить безопасно, то есть не так. Главное — отойти в первую очередь от склона, от рельефа. От рельефа, потому что мало ли что, ты можешь его там... действует там сорвать, или ты можешь отвлечься, и крыло, если ведет в сторону, а ты отвлекаешься, то, ну, можешь не уследить. Тому есть примеры, когда люди ломались как раз из-за того, что отвлекались на возню со стропами и не впиливались в рельеф. Я знаю, что делаю в таком случае. У меня тоже были такие ситуации. Совершенно верно. Первое, что нужно сделать, это отойти подальше от рельефа, а потом уже заниматься всеми этими делами. Вот. И второе, на мой взгляд, самое важное, это не работать с клевантами. Когда я склон что-то не так, оно очень легко может сорваться. Поэтому нужно рулить или весом, или рядами как-то уходить. Вот. Ну, не знаю, короче, надо его держать. Вот. А так-то... Ну, в общем, распуталось, и дальше с малой высоты ушло. И вот я к чему, что в этом крыле, мне, что мне тоже в нем нравится, это управляемость. То есть вот короткий ход клевант, информация в клевантах. Вот мне вот это всегда нравилось в крыле. А какие-нибудь вялые клеванты с длинным ходом я, ну, терпеть не могу. Совершенно с тобой согласен, тоже люблю короткие жесткие клеванты. Потому что, я не знаю, записался, я уже говорил. Я люблю повесить руки, пусть они отдыхают. Но если руками приходится на них постоянно отжиматься, то плечи устают. О, да. Я смотрю, смотри, не дешево.
Я смотрю, тут 4 ролика, как на моей Сигме. Вот акции, наверное, тоже очень легкие и эффективные. Вот, эффективность полностью я проверить не смог. Пауза. Эффективность акселератора полностью проверить не удалось. У меня не настроен он был. Там где-то 2/3 я его выдавливал. Вот, на 2/3 он точно там где-то километров 12 давал. А сколько он на полном даст, я не знаю. Поэтому это никак. Вот. Ну, а что еще рассказать? Расскажи какую-нибудь историю. Слушай, ну историй-то очень много. Тут веселые. Так их и веселых много. Вся жизнь наша, это же наше веселье зависит. Спорт у нас, да, веселый такой. Ну, вот такие соревнования были. Первый кубок профессионалов. Какой это год был? Это было осень 96-го года. Там Байя? Нет, ущелье Аксаут. Кавказ. Да, Кавказ. Я бы это назвал не просто первый кубок профессионалов, а особенности национальных полетов, по аналогии с известным фильмом. Ну, одно представьте, мы приезжаем на ЮЦУ, собираем этот 66-й на отъезд, и там на компанию 17 человек, где трое тотально не пьющих, грузится порядка 10 ящиков водки. То есть вы понимаете, какие были соревнования. Какие были люди, какие в наше время. Люди, да. Вот, ну и, в общем, там это отдельные истории, как было. Вот у тебя будет следующий собеседник, Олег Кушлевич. Да. Ты можешь его допросить. Он был одним из участников этого всего процесса. А также Дмитрий Гусев, один из участников всего этого процесса. Это, пожалуй, вот так вспомнить из тех, кого ты будешь разговаривать. Да. Это из великих богатырей нашего спорта. Да, я вот вспомнил, как этот. Мы вначале там 2 дня пытались с северного склона летать, не получилось. Решили, значит, на южный перейти. Октябрь месяц, просыпаемся утром на уровне палаток иней. К обеду это все поднимается выше. И вот надо перейти вброд речку Аксаут, которая там из ледника выше по течению, 3 км выше по течению, выплывает из-под ледника. В общем, короче, она холодная очень. Первым переправляется, подошли к речке, ищем, где бы, как перебраться. Короче, Кушлевич перешил, плюнул там, первым пошел. Перешел, и с того берега кричит, там Гусев с Шороховым кричит, да перебирайтесь, тут все хорошо, все нормально. Смотрит, тебе недоверчиво на него смотрят. Так выяснилось, что он забыл этот свитер на нашем берегу и просит его кинуть. Комкивает свитер, так замахивается, кидает, свитер распахивается над рекой и так в речку. Смотри, бегут там палкой, вот тых-тых-тых к берегу прибивает. Ладно. Потом смотрю, Дима Гусев опять бежит палкой, бьет по воде. Что такое? Выясняется, что Коля Шорохов решил свои ботинки перебросить. Взял, размахнулся за язычок. Ботинок взял, замахнулся, так раз, и язычок оторвался. Ботинок сделал сальто над речкой и в нее. А язычок у Коли в руках. Ну и вечернее, так сказать, уничтожение этих 10 ящиков водки тоже, естественно, сказывалось на приключениях дальнейших. Давай Кушлевич пусть вспомнит поход в баню, если он помнит. Кушлевич все помнит. Он никому ничего не забыл. Ладно. Хорошо. Значит, еще раз. Рядом со мной Сергей Костромитин, один из старейших пилотов. Очень старый. Да, из лучших пилотов, я добавлю, нашей компании. Вот, все, пока. Ждем других.